Друзья, всем привет! Собственно, уже все, карты раскрыты, поэтому у меня таких два объявления. Первое, для тех, кто завтра собирался, может быть, планировал приехать в Киеве на Перово, не получится, потому что созвонился с организаторами, пытался созвониться, я знаю, что они в Харькове, они мне не ответили, поэтому я завтра позанимаюсь своими делами, а это пока отложим. И, собственно, самое главное, это HBBody. Они на своем канале открыли все, поэтому можно как бы смело, свободно об этом говорить. 5 человек, 5 блогеров летят 7 числа на завод HBBody в Грецию. Это кто бы ожидал, но тем не менее. Автокар, Маляриус, Валера Мордасов, Ян Алиев и я. 5 человек мы будем на заводе. Задавать любые вопросы технологам компании HBBody, пробовать тестировать материалы, поэтому любые вообще вопросы, может быть, они даже не будут касаться конкретно материала HBBody, пишем в комментариях, на все будет снято отдельное, мощное, наверное, даже не одно, я в этом уверен, видео. На этом у меня все, всем спасибо за внимание, удачи, пока.